Пугачева рассказала правду об отце своих детей. Алла с Максимом отказывается показывать фотографии малышей, но отвечает на все вопросы о детях. Так в откровенном интервью она призналась: «Приятно находить в малышах свои черты. Детки будут еще меняться. Посмотрим, на кого из нас они будут похожи через 3-4 месяца». Лисочка сейчас лежит в кроватке. Я смотрю на нее, и правда, мой разрез глаз. У меня, к сожалению, не сохранилось моих младенческих фотографий. Но я знаю же, какая я без косметики. Поэтому вижу. Дочка сейчас похожа на меня, а мальчик – абсолютный Максим. Кстати, недавнее фото, которое в сети якобы опубликовал Максим, оказалось фальшивкой. Сама пара пока никому не показывает детей и в ближайшее время не планирует этого делать.